Девочки, ну вот зашла в садовый отдел, хочу показать, что я вот видела, какие цветочки. Это вот астра была, цинния, семена. Это тоже вот цинния, вот такие вот смеси прекрасные. Это целозия гребенчатая, вот гайлардия вот такая прекрасная. Это гербера, семена герберы. Это настурция дальше идет. Тоже настурция. Это настурция, итальянские семена. Это флокс друмонда. Тоже европейские, итальянские семена. Затем идет петунья. Вот такие петуньи шикарные. Махровая, красивая какая петунья. Очень прекрасная. Смотрите, кому интересно. Кто без ума от петуньи, какие бывают расцветки. Говорят, вот это сейчас сиреневая, очень-очень модная. Вот смотрите, какая бахромчатая. Это дальше идет им ипомея. Таких расцветок. Это еще одна петунья. Вот такая петунья красивая. Вот это вот вообще шикарная. Дальше идут пеларгонии. Комнатные пеларгонии. Вот такие семена, расцветочки, очень красивые. Вот. Это, по-моему, драцена. И вот еще такой вот комнатный перчик. Это маргаритка красивая. Очень смесь. Годеция. Собачки, львиный зев. Примула. Бальзамин и виола. И еще дальше идет это космея такая и вот смесь космеи красивая. Это чернобривчики прямо стоячие, очень красивые. Это левкой, лобелия. Лобелия вообще шикарная. И дальше идут гвоздички. Вот такая гвоздика. Такая гвоздика, махровые, все очень красивые. И вот турецкая гвоздика.